Заключить государственный контракт с ней планируют в конце сентября. Напомню, с предыдущим подрядчиком, строительной компанией «Кубань», договор расторгли из-за срыва в сроках сдачи объекта в эксплуатацию. Работы по перинатальному центру в Сочи находятся под личным контролем губернатора Кубани. Этот вопрос Вениамин Кондратьев в июне обсуждал с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Она, в свою очередь, отметила, что появление в Краснодарском крае современного перинатального комплекса поможет снизить младенческую смертность.